Здравствуй, дорогой дневник. Димимаште, Настя здесь. Вот непонятно, что она сказала. Мы опять едем в машине, и опять у нас на заднем сиденье какая-то Настя. Нормально, не какая-то, вполне конкретная. Ну что, ковид подпортил всем планы, подпортил нашу Хорватию. Но зато теперь мы едем на море. В этот раз получается такая себе поездка для разбивания стереотипов. Первый стереотип, который я уже разбил, это, собственно, то, что можно взять машину в аренду в Украине. Потому что Украина всегда у нас ассоциировалась с абсолютно бюджетным отдыхом. Следующий стереотип – это поехать на огромное расстояние, например, 900 километров до Геническо. Но у нас будет остановка. Этот, кстати, третий стереотип – это ночевка в придорожном мотельчике. Вот он будет где-то на середине пути, поскольку мы решили не брать одним махом 900 км, а где-то на середине, в Южноукраинске. Вроде как в неплохом отельчике с включенным завтраком должны остановиться. Если будем хорошо ехать, то заедем в Мегию, посмотрим на старую гидроэлектростанцию, посмотрим на Радоновое озеро, на Южный Бух. Вот это вот все красивое. Полетаем где-нибудь по дороге, возможно. 400 километров у нас впереди. Катимся. Getting born in the state of Mississippi, Papa was a copper and Mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess. Метров 400, наверное, уже проехали, и я задолбался. Максимально простой завтрак. Как для придорожного мотельчика с кафешкой. В целом достаточно душевное место. С котами, с удивительным ландшафтным дизайном. Особенно для места посредине не пойми чего. Кухня максимально простая, яичница, два вида блинчиков и кофе. Но все очень вкусно. Бомба просто. У нас впереди еще километров 400. Ну, в общем, мы катимся дальше.
Мы на самом деле не в Геническе, как я говорил, наверное, до этого в машине. Мы на Арабатской стрелке. Есть у меня ощущение, что за 20 лет здесь ни хрена не поменялось. Мы здесь остановились на пару дней, чисто отдохнуть. Ну и посетить пару там мест. Не знаю, пару, а может быть одно, которое мы сейчас идем. Геническое розовое озеро. Мы опять идем в самый последний момент. Есть шанс, что мы опять толком ничего нормально не доснимаем. Тоже озеро уже не розовое. На подъездах к Чангару, в ту сторону Чангар, а сразу за ним Чангарский пропускной пункт, ну и по ту сторону Каса. Ну и здесь все те же лиманы. В общем, прекрасно, тут машин нет, людей нет, чибисы бегают, идеальная тишина, просто тишина. Сверчки сверчат, бабочки летают и соль. Ну, я не знаю, по-моему, это очень зенское пасторальное место. Это, кстати, железка Псимф. Тут еще какая-то лужа. В общем, пойдем исследовать. Случиться. Мы утопили Настю. Кричит, это канал, и идет в него. Лучше покажи вот этого персонажа на заднем сиденье. Это хорошо, что она взяла купальник с собой. Она, походу, знала, что будет купаться в канале. Помашите рукой для протокола.
Комбайн. Снимай комбайн. Комбайн попал в кадр. Да. Мы решили себе немножко разнообразить маршрут, не просто тулить по асфальту, а поехать полями, через вот эти все лиманы, через дамбы, мимо ветряков. Ну и где-то примерно в таком режиме мы должны проехать порядка 200 километров. В Скадовске опять поселимся на какое-то время. Не знаю, на какое. И, кстати, даже не знаю, где. То есть будем выбирать место, либо уже подъезжая к Скадовску, либо просто по месту. Проехать мимо Лемурийского озера все-таки не получилось. Оно, похоже, действительно розовое. Ну что же, это надо сделать. Класс. Коль приехали. Второй день в Скадовске, не знаю. Первое утро в Скадовске, точно. Первое, что мы делаем, это везем машину мыть. У нас есть куча нерешенных моментов, там шмотки надо постирать. Машина засрана вообще в хлам, поэтому решили сделать разгрузочный день, решить все эти вопросы. Поснимаем, посмотрим, может, не будем снимать ничего, не знаю, короче, сами увидите. Чем мы занимаемся, пока ждем машину. Я вспоминаю, как играть в шахматы. Прикольное местечко, можно и в бильярд поиграть, и в шахматы, и в шашки, так давай, и в карты. Так давай, я тебе сейчас побью, шах и мат сейчас. И кофеёк сделай. Давай. Прощай. Едем в Лазурное. Вчерашний день прошел, как я и обещал, как день разгрузочный. Мы сегодня надеемся, наконец-то, спустя неделю, как это сказать, понаверянь, наконец-то доберемся до моря. Потому что все, что было до этого, это больше напоминало мелкий кисель. Куча водорослей, куча медуз. Купаться там очень сложно.
даже взяли тент с собой в надежде на то, что нам понравится. А здесь мы перебираемся уже на саму косу. Нам сказали, что там круто, поэтому мы туда настойчиво идем. Когда люди занимаются времяубивательством. Это мы решили пойти посмотреть на рисовые чеки до того, как ехать в Олежке. Короче, ищем чем заняться. Так полагаю, что мы сегодня толком ничего не снимем с воздуха. Думали, отойдем от города, там вроде есть зоны запретные от аэродрома. На выходе из города стоит военная часть. Это еще радиолокационная. В общем. Если вы это смотрите, значит, я снял хотя бы пару прикольных кадров. Перед тем, как нас загребли. Камеру не вступи. С колосками. Может, они слили, засадили что-то новое сюда? Вот, обводные каналы пустые. Там пусто, тут пусто. Значит, слили и засеяли в этот раз чем-то другим. Ну, по крайней мере, мне это объяснение кажется наиболее вероятным. Потому что планировка очень похожа для рисовых полей. Прямоугольный квадрат, канавы по бокам, чтобы сливалось. Там на Google картах видны структуры, которые напоминают японский слив с каналов. То есть все сводится в одно, и дальше такой маленький отстойничек, и с него сброс. Вот. Но оно все сухое. То есть или они уже собрали урожай, засеяли чем-то другим, или в этом году они просто используют их под другую культуру. Классное перо на шляпе. Да, красиво. Это кузнечка. Мы все-таки не покидаем надежду найти рис и забрать пару мешочков домой. Короче, тут есть какое-то одно единственное поле, которое мы наснимали с неба. И оно, кстати, стоит в воде. Это рис! Мы нашли рис, и он воняет. Я же говорю, это реально рис. Вот эти вот колоски, это рис. Да, это оно. Вода. Блин, ну как добраться? Я потяну. Смотрите, тут же близко. Не-не-не-не-не, тут все. Вот же, вот он торчит. Секунду, посмотрите на этого варвара. Нашли мы в итоге одно рисовое поле. И как всегда в наших традициях, поле получилось на минималках. Ну ладно, мы натырили немножко колосков на память. И потопаем, думаю, обратно, чтобы еще передохнуть, подзарядить технику и поехать в Олежковские пески. Натырить еще песка из Олежек. Да, чемоданы тут оставим, повезем, думаю, мешки с рисом и мешки с песком. А еще медуз, наверное. Да, говорят, они там на колени хорошо, да, при ревматизме все такое. А, и грязи. И а соли. Грязи на голову. Соль мы набрали. А от грязи вон. Мозг появляется и растет, как на дрожжах. Все. С Кодовска до Песков 75 километров. И у нас хорошая дорога, между прочим, покажи. Thank you.
точно хватит. Вход по 50 гривен с человека. На дроне летать нежелательно, официально сказали. Сегодня у них проходят местные учения химические. Поэтому, ну, будет сегодня много однообразных кадров, как мы ходим по пустыне. Вот он сеттинг сегодняшнего вечера для прогулки по пустыне. Песочек, отбомбились от души, потом загнали сюда людей, взяли с них по 50 гривен и профи. Что ж мы одни здесь страдали за 50 гривен, давайте расскажем, как здесь офигенно. Все остальные труждачки приедут и за 50 гривен будут 2,5 километра месить песок. Песок в паз, песок в профиль. Так в комментариях напишут, что Настя слишком много ноет. Можно подумать, у вас там 3 комментария в 5 рядов, один из них мой. Ну, ты видишь, 2 лапки. Ну, у человека тоже есть 2 лапки. У тебя лапки, когда ты ничего не хочешь сделать. Гадючка, наверное.
Две. Даже две. Еще магия монтажа, и мы находимся возле Хабловского маяка. Если хотите узнать мое мнение, не едьте сюда. Дорога здесь... Ее здесь нет. Пару слов на память. Это цензура, она же пикает все. Это же невозможно в нормальное уместить. Да, примерно так будет выглядеть, если описывать предыдущий день. Мы здесь уже второй день на самом деле. И начался он с того, что мы выбрали просто самый лучший номер в этом городе. Благодаря соседству номера с главным центральным проспектом, мы эту ночь ни хрена не спали. И с утра занимались тем, что искали новое место для жилья. Мы страдали по поводу того, чем мы будем заниматься в Николаеве. Вот, собственно, ответ. Поисками жилья. Теперь мы нашли классное жилье, хотя бы на одну ночь, для того, чтобы отоспаться. У нас теперь остался буквально один вечер, чтобы прогуляться и исправить положение, да, и свое мнение по поводу города. Что вы скажете про наш отдых? Мало. Мы уже уехали из Николаева. Слава. И едем домой. Николаев у нас был такой себе вишенкой на торте. Гниловатой с косточкой. У нас осталось 400 километров до Киева. И, возможно, мы сейчас еще попробуем заехать в Магию, в Радоновое озеро, которое по дороге в ту сторону застали ночью. Все-таки интересно, а так особо задерживаться не будем, прям много. Обожаю эти места осенью, никого нет. Правда, и троллей уже не работает. Да, было бы классно съездить на троллее, но все равно обалденно просто. Сейчас деревья разноцветные немножко, магниты разноцветные, очень красиво и тихо было. Думаю, мы тогда сможем без людей немножко помочить наш в Радоновом озере. Хорошо, что он до сих пор не работает. Накаркали про людей.